кем-то другим. Когда тебе будет все похую ты, когда ты на зло всем станешь скином, вы, суки, подавятся в грязи давно. Мы построим новый рай. Рай, свой, рай. Мы построим новый рай. Рай, свой, рай. Когда ты поймешь, и ни в чем вас постей, когда за баранов ты примешь людей, когда и все чувства им в жопу вернешь, от сердца к солнцу и дальше пойдешь. Стал уже кем-то другим. Тебе, как всегда, все похуй уныв. На зло всем ублюдкам ты стал спином. Пусть суки подавятся в ряди давно. Мы построим новый рай. Рай, свой, рай. Мы построим новый рай. Рай, свой, рай. Того, что бочком надо, того, 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 того.
сегодня. Враги президента не дремлют, заразы подсылают ему докторов, что приди ему он паразиты, чтоб тело не клизмы, хотя он здоров. А я сдам иконы в металлолом. И с этой подправлюсь я с этим баблом. Купить президенту свечу. Пусть у него ничего не болит. Дух патриарха не болит ни. Надо больше свечей. Сделала аборт. Если бы от президента я
конечно, родила. Я же понял, что ж такого, если вся и дала. Let's go.
дурака. Я на честь беги, стала всех умней. Дети рога свободно, все сказанное в нем. И прав пути Господни мне, ясно все тебе. У меня нет всех податов, я и буду нам ходить. И где-нибудь послышной, за книжки, блядь, садись. Так жизнь ее осели, за Библию плелись. Пусть эти лет мой скотный растет, как на дрожжах. Пусть Господу заведуют и Будда, и Аллах. Наполни словом Божьим ты голову свою. И будет тебе радостно и сладко, как в раю. Я так рада, а я чуть не посылала. Мне из дома позвонили и сказали депутаты, что закон принять решили. Чтобы все не доставали по учению Христа. Но те, кто, блядь, завали, того, сука, ждет пизда. Я начиталась бегать, ибо бега сдала. Теперь не покарают, пока не умерла. И про пути Господни скажу вам так, друзья, что их без депутатов понять никак нельзя. А ты не будь поскудой, на свечи не скупись. Чем больше их ты купишь, тем больше заедешь. Пускай мое пособие по благо всем пойдет. Ведь все равно пробьешь ты, проклятый идиот. Наполни словом Божьим ты голову свою. И будет тебе радостно и сладко там в раю. Христос тебя простит. А если уж не верили, хотя бы сделай фильм. Сдала ЕГЭ, бабуль. ЕГЭ сдала, говорю. А я сегодня ЕГЭ сдала на ЕГЭ. Бабушка! Бабушка! А ты ЕГЭ сдала? Да, я сказала, что сегодня ЕГЭ сдала на ЕГЭ. Бабушка! А если бьет, то что это значит? Если бьет, значит бьет. Не любит. Почти вам уже пострадал. Сегодня день
Стирать их красивый и тут подпинец. Чтобы прятать разорить мужиком до гола. Ты касаешь, блин, это не крутила. Что молчишь, что нам жопу яса? Кто ты, тряпка теперь или все на мужик? Еще и давай побыстрее. Здесь салаты своей поебу пиздюлей. Все заждет, а юница тебя. Значит, я макается, если не догад. Может отказать, только после Пасху. Правда я не мать. Очень много говорят, но я думаю, пиздец, не пробуюсь.
спроси про кризис. Прочитайте карты физис. Очень много там такого, что не знает даже Бога. Сидите как лохи, вспомните свои грехи. Голословный характер. Бог с тобой, ты не один. Чтобы не болел народ. Пока не закончится карантин. Вот она такая самоизоляция. Не работает уже и канализация. Полно следит в обрачище. Ведь меня никто не отряжет. Кроме меня, и у меня возраст есть, но
8, мне было 88, даже в 14. Мне всегда 88, мне всегда 88, мне было 88, даже 14. А если меня кто-то спросит, сколько лет тебе, мать? Я отвечу, мне 88, но чувствую, словно 14. Ваша хаута и отдох!
минуту без того. Все, хорош поздравлять. Сейчас очень православная песня будет. Сейчас будет дико православная песня. Просто адски православная песня.
просто зверь, просто как куски говна. А ведь за богатейших людей нашей страны пьем. Бабуля! А что ты думаешь о богатейших людях нашей? Богатейшие люди нашей страны, они лучше святых и сильнее сатаны. Выучила, молодец. Похоже, деменция заканчивается. Богатство на зависть восточным царям, здоровым, морожьим и прочим блинам. Вот и ты не завидуй, кусок ты говна, потому что лишь ими гордится страна. Они очень нам всем, очень-очень нужны. Это нашей России родные сыны. Молись на богатство России в надежных руках, а не подай Христа. И может нам тоже воздастся, дождемся и мы окончания поста. Молись, молись. Сколько денег они в наши храмы несут, по косточке, как ты за копейки сосут. Жизнь
накопишь, бутылки стоя. Столько денег не ты, не мамаша твоя. Они даже в России почти не живут, потому что Россию для нас берегут. Не хотят из-за скромности землю топтать, и о том, что им плохо, не смеют роптать. Молись на богатство России в надежных руках, а не Богой Христос. И может нам тоже воздастся. Дождемся и мы окончания поста. Молись! Молись! И все будет заебись. Позовем бабушку и споем с ней последнюю бабушка. Песню. И вы все знаете эту песню однозначно. Бабушка! 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 Я же новой бутылкой бегала. Я, только мы можем смочь.
выбирай! Выбирай, твою мать! Уползти, убежать! От наших кованых сапог! Ни один брат не смог! Собрались. Кто здесь зожник? Покажите. Руку поднимите. Ты безбожник. Тебе гореть в аду. Тебе тоже. Тебе тоже. Все, все гореть в аду. Всем гореть в аду. Yeah.
теперь точно все. Спасибо огромное. Спасибо.